Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, коллекционер народных методов лечения, травники. Я нахожусь в Академгородке, в Новосибирске, на втором этаже. Это магазин «Вершки и корешки». Этот магазин эко-направленности, здесь много очень хорошей косметики, и здесь очень много таких препаратов и всяких вкусняшек, которых можно не просто употреблять, но еще и употреблять с пользой для здоровья. В частности, у меня в руках конопляное масло, Родоград, это наши партнеры, сразу, конечно, оговорюсь, хотя можно и не оговариваться. Конечно, это совершенно другая конопля, которая не содержит вот те каннабиноиды, то есть она не обладает наркотическим эффектом. То есть, это уже смешно говорить в каждом видео. Но, тем не менее, само растение конопля для травников, оно очень значимо. Мы в свое время собирали и семена конопли, и вот масло употребляли в древности вот просто семечками. То есть, брали большую репу, разрезали, посыпали семечками и в духовку. Было очень вкусно именно семя конопли. Потом, в общем-то, данная практика, она уже сходит на нет, все простую пищу стали отвергать. Получилось очень много магазинов, но сейчас происходит вполне закономерный возврат к нормальным, к нашим, к древним источникам питания. Поэтому конопляное масло – это вот буквально древний русский продукт, который очень подходит всем нам, живущим на этой территории, потому что в конопле у нас огромное количество хлорофилла. Само даже масло, оно яркое, зеленого цвета. Хлорофилл – это, в общем-то, растительный такой аналог гемоглобина в нашей крови, и поэтому он, в общем-то, повышает содержание данного гемоглобина. Поэтому это очень важно для веганов, для тех, кто находится на диете, и просто кто заботится о себе, в общем-то, употреблять конопляное масло. Оно изнутри сосудики ваши пролечит. Оно добавит, в общем-то, гемоглобин, изменяет даже формулу крови. Плюс ко всему, омега-6 и омега-3 никуда не делись, то есть они находятся, поэтому липопротеиды, в общем-то, будут эвакуированы, и, следовательно, холестерин, он уменьшится. Поэтому вот конопляное масло, оно обладает очень интересным вкусом. Оно такое очень светлое, зелененькое, яркое. Немножко, если вы туда добавите базилик, то есть это будут обалденные салаты. Поэтому масло конопляное содержит, естественно, и калий, и магний. У него хороший такой состав, то, что именно нужно именно для вашего организма, то есть и для крови, и главное, здесь находятся, конечно же, витамины, в частности, витамин Е, он очень хорошо действует на кожу, он хоть хорошо действует на репродуктивную систему женщины. И конопляное масло можно использовать и наружно, для массажей, для ухода за лицом, для ухода за волосами. Поэтому это вот такой, в общем-то, универсальный продукт. Вам стоит только вот прийти в магазины «Вершки и корешки», купить. Здесь есть специальная книжечка, где о масле написано несколько больше, чем я сказала. И, в общем-то, вот берите, творите, придумывайте новые рецепты, используйте для внешней и внутренней красоты.